В конце прошлого года в станице Крепостной распахнул свои двери для жителей сельский клуб. Долгожданное событие стало возможным благодаря инициативе местных жителей, которые обратились к главе поселения. Здание взяли в аренду, но ему требовался косметический ремонт. Мы подумали и решили, что с этой задачей справится творческий коллектив Дома культуры «Автомобилист». Начались ремонтные работы. Была снесена межкомнатная перегородка для того, чтобы организовать зал зрительный. Штукатурили, шпаклевали, красили, клали плитку, собирали потолок. Все это делалось нашими силами. Сделать пришлось очень многое. Полностью поменяли полы, потолки, установили новые окна, привели в порядок стены. Благодаря кропотливому труду сотрудников сельский клуб полностью преобразился. Теперь здесь чисто, тепло и очень уютно. Ремонт стал возможным благодаря содействию администрации и спонсоров. Дом культуры станицы Крепостной силами местного бюджета заработал. Благодаря нашим предпринимателям, депутатам, сотрудникам ТОСа работы были произведены в полном объеме. Дом культуры работает, детишки играют, все мероприятия проходят. Удалось облагородить и территорию перед зданием. Здесь в теплое время года проводят концерты, развлекательные программы для жителей. А у ребят летом проходит оздоровительная программа. Благодаря ТОСу номер 10 станицы Крепостной, которые заняли второе место в районном конкурсе «Самый лучший ТОС-2021» и получили денежное вознаграждение, у нас теперь перед клубом есть замечательная площадка. Сельский клуб служит не только культурным учреждением, но и центром развития творчества. Местная детвора приходит сюда с удовольствием. Здесь созданы и успешно функционируют три кружка. Это кружок декоративно-прикладного искусства «Мастерок». На нем мы с детьми изготавливаем поделки из цветной бумаги, из картона, салфеток, ниток. Кружок танцевальный «Конфетти». На нем мы с детьми разучиваем танцы. Потом они выступают на праздничных мероприятиях для жителей станицы Крепостной. И клубное любительское объединение «Кукленок и Ко». На нем мы занимаемся постановкой сказок. Попросили жителей и о создании библиотеки. Книжные стеллажи приобрели за счет местных предпринимателей, а книги принесли сами жители.